пошла информация о том, что на Майдане есть первый погибший, которого убили выстрелом. Варвара Януковича. Ну, вы помните всю эту историю. И сегодня мы пришли к памятнику, и даже воздушная тревога для нас в этом плане не помеха. От себя хочу сказать, что Сережа Нигаян был, есть и навсегда останется нашим братом. И Украина, в Украине очень много героических людей. И сегодня, в день смерти Сережи Нигаяна, мы вспоминаем всех ребят из Небесной Сотни и, конечно, в целом всех украинцев, всех жителей Украины, граждан Украины, кто погиб за свободу Украины против этой нечисти. И этот процесс необходимо закончить так или иначе. Этот процесс надо закончить, необходимо Украину вычистить от нечисти окончательно.